работает. Работает. Короче, на двойку держи и не отпускай его туда. А интересно, это работает? Вот, это зеленое, это дало, кстати. А, ты можешь и это снять? Да. Что, тебе на первой? Да. Сейчас закроется. Вот она не закрывается. Ага. Держи, не отпускай его. До тех пор, пока ты не откроется. Я не отпускаю. Слушай, а это так можно, кстати, и без билета пройти, слушай, на платформу. Кстати, давно это было. Серьезно? Угу. Говорится, инвалиды не это. Не, ну на самом деле мы инвалиды. Ну, я, да, я журналист, поэтому что, может, удостоверение. Кстати, давай, я сейчас завтра выйду, дай я подскочу. Чё? Чё за нафиг? Так, Не надо. Не нажимай. Я же не отпускал до окончания движения. Слушай, да, а чё за прикол? Не надо нажимать, а то он еще не дай бог, встанет. А может, наверное, и фигушки прокатит, так? Похоже. Надо было не отпускать кнопку до тех пор, пока ты не откроет. А ты, наверное, отпустил раньше времени. Нет, не отпускал. Пойдем к следующему. Значит, да, есть такое, не только. Давай я по лестнице спущусь, а то там. Иди. Тогда спускайся, я тогда поеду на этом.
прикольно. Я, кстати, на таком похожем катался на Кульянова МЦД. Я катался потом где-то в Москве. Ну, я в Кульяново, кстати, катался вот на МЦД. Если что, вот это рядом со станцией Балашиха. Не знаю, почему называют Балашиха, но что-то говорят все с Балашиха. Ну, фиг его знает, как правильно. Ладно.